Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 354 упражнение. Необходимо озаглавить текст, определить его основную мысль и стиль и списать. Давайте выполним. Роль союза в языке. Во многих языках мира существует такая часть речи, как союз. В реальном мире вещей и явлений нет ничего, чтобы соответствовало союзам. Союзы созданы человеком как техническое средство для выражения логической связи между отдельными высказываниями. В этом легко убедиться при непосредственном наблюдении различных реальных ситуаций. Если вы видите, что молния ударила в дерево и оно сломалось, вы не нуждаетесь в каких-либо связующих средствах между этими явлениями, так как причина и следствие даны наглядно. Другое дело, когда сообщается об этом в речи или письменно на бумаге. Связь между суждениями можно выразить, например, таким способом. Дерево сломалось, потому что в него ударила молния. Итак, основная мысль текста заключена в предложении: союзы созданы человеком как техническое средство для выражения логической связи между отдельными высказываниями. Стиль текста научный. Также необходимо найти союзы-синонимы союзов данных в рамке. Так, как, потому что. От того что, вследствие того что, в силу того что, благодаря тому что. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание!